Овчарки набирают лайки и сотни недовольных комментариев. На днях подписчики соцсетей назвали трех служебных собак в Алтайском крае бездомными и осудили их двуногих наставников. Столько людей работает в ваших УИС и не могли забрать себе? Пенсионная реформа в деле. На благо Родины, а тут пенсия. Мы нашли одного из четверолапых. Его зовут Грей, и он на службе у ИФСИН. Там, где заключенные отбывают наказание, его задача – охранять. Уфас! Не прокусай. Ну, то есть, вдруг... Не, не прокусай. Вы сейчас ничего не почувствовали. Ну, конечно. У всех есть свой срок службы, возраст. Все точно так же, как и у людей, у собак. Единственное, что у собак век намного короче. Некоторые устают очень сильно на службе. У некоторых там зрение, слух начинает пропадать. Мы просто обязаны передать собаку, снять с баланса с учреждения и передать собаку другому владельцу. Такая участь ждет каждого. Проводом на пенсию сослуживцев кинологи подходят ответственно. Им важно найти для пса того самого человека. Первому встречному не отдадут. Необходимо пройти обучение, выдержать период знакомства и привыкания. Важно показать себя ответственным и надежным преемником. Привет. В этой части только овчарки и преимущественно немецкие, хотя сегодня на службу берут даже корги. К слову, пол тоже не важен. Различие только в дрессуре. Четверолапые дамы, как двуногие, требуют внимания. С парнями эмоций меньше. По этому принципу Алексей и выбрал себе щенка. Этому щенку 6 месяцев. Он уже устал сидеть. Ну, вообще, в принципе, с щенками сложно воспитывать с нуля. Они еще вообще, в принципе, не понимают, но хорошо то, что проявляют интерес ко всему абсолютно. Все интересно. Тяжело было расставаться с предыдущим? Я с ним не расстался еще. У меня сейчас две собаки. Хозяин Грея так поступить не может. Выиграв на соревнованиях «Золото края», он узнал цену этой собаки. Поэтому хозяин для кобеля уже найден. Завоевать же свою награду для Алексея и Хана – мечта, которая уже обозначена целью. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком.